Поехали. Ну, я опять-таки касаюсь темы двух генералиссимусов. Ну, я рассказывал вообще превосходство политики от как Петра, как Екатерины, да, как Петра как предтечи эпохи Александра Суворова. Рассказывал, как один Воронцов просто предотвратил войну с Англией. Екатерина присоединила колоссальное количество земель. Петр I тоже предопределил, что Санкт-Петербург наш. Мы вышли на Балтийское море с 17-го года, как вот воцарился вот этот бутафорский генералиссимус Джугашвили, да? Мы только и делали, что теряли территории Финляндия, Латвия, Эстония и тому подобное. К сожалению, вот и сегодня наша политика внешняя – это очень слабое, уязвимое место. Хотя, конечно, на нашем политическом небосводе появилась новая звезда Мария Захарова. Очень сильная такая королева, фигура, да, шахматная, да, которая очень может влиять. Но королева как бы не имеет силы. Она не может все взять в оборот, все движение фигур на политической арене. Она как бы не насыщена. Есть полководец, нет войск. И я хотел бы вот на каком моменте остановиться. Вот эта вот история с Кореей. Вообще Трамп нам сделал такой какой-то шикарный подарок, когда очертил вот эти страны Иран, страны ось, как будто мы не вот там за океаном находится обитель зла, а мы как будто ось зла там. Иран, Ирак, Индия. Ну и я хочу сказать, сам Бог нам велел бы, конечно, вот сегодня пригласить и организовать, как есть Европейский парламент, так организовать Евразиатский парламент. А мы бы организовали Евразиатский парламент и уже бы двигались к единой валюте. Рубль имел бы шансы стать единой валютой, если бы не вот эти вот жадные олигархи из «Единой России», которые облепили Путина и фактически не остают, являют нам выбора, потому что они все вещат так, опускай доллар, давай доллар ниже, как при этом рубль может стать единой валютой. Конечно, нет. Так нужны твердые договоренности, твердые принципы. И, конечно, вот этих переговоров не ведется, а главы государств, вот фактически, если бы они это сделали, вот эти страны, они сделали бы для своих стран самое важное, если бы в результате этой встречи они разошлись с единой валютой, ну, евро-2, назовем его, да, условно, да, то несомненно, что страны ОПЕК подтянулись бы и примкнули бы к этому процессу. Но в настоящее время идут другие процессы. Многие гадают, вот же зачем Саакашвили приехал. Ну, совершенно понятная вот для меня цель. Вот это не было озвучено, вот заметьте там число, когда опубликовано, чтобы всегда знать, кто все-таки первоисточник, автор. А цель одна.
разделение Бандерляндии, разрыв ее на части. И я думаю, что они будут помогать как и той, так и США, так и другой части. Потому что так и надо оставить в Киеве, скажем. Видимо, ситуация такова, что США стало обидно, что вот и кажется, что России достался Крым, так сказать, народ Донбасса и Луганска отошел от идиотов, которые там носятся с кастрюлями и прыгают с длинными ножами. В то время как Запад предается мракобесию, разве не логично было бы и правильно с точки зрения вот этих шляхты польской оторвать Львов от Украины? А вот как это сделать? А вот будет еще гражданская какая-то война на Западе, ну, между львовской группировкой бандеровцев и киевской группировкой бандеровцев. Или какой-то другой расклад. Ну, в конце концов, Польша себе как ущерб может и оторвать и другую часть. Вот эта вот опасность действительно существует. И она, конечно, они не могут предугадать, как на 100% пойдет сценарий. Но что такие они планы строят, это 100%, это несомненно. И приезд запломбированного вагона в 2017 году, почему-то даже год не изменился, вы помните, был 1917, а сейчас 2017. Я думаю, что это нисколько не случайно, они вроде как пошутили, что ли, там, намекнули, там, вот, мне кажется, и практически и время-то совпадает. Вот я хотел просто обратить вот это внимание на ваше, на вот это обстоятельство. Ну, я как бы вот, чтобы не потерять потом мысль за ходом дела, вот как бы хотел ее зафиксировать. Я там оставлю ссылочку на Викторию Шилову, да, которая вот как раз разрабатывает вот эту идею раздела Бандерляндии. Там она подробно как бы, она как бы находится внутри, так сказать, событий. И, конечно, многие вопросы может видеть и подсказывать нам. Всего доброго. Ну и вообще очень интересно ее послушать, как бы ее анализ, и как бы рекомендовал я, в общем, это. Всего доброго.